Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне ZTE Blade V10 включить запись экрана. Открываем шторку. Здесь есть запись экрана. Можем на нее зажать, чтобы настроить. Единственное, что мы можем настроить, это качество записи и отображать ли касание. Давайте включим. И теперь включаем запись экрана. Нажимаем включить. Как вы видите, вот так вот работает наша запись экрана. Потом мы ее посмотрим и останавливаем ее. Также давайте это закроем. Также можем включить микрофон. Точнее, его выключить. И давайте еще раз попробуем. И выключаем. Теперь, чтобы найти наши запись экрана, заходим в фотографии, скриншоты, и давайте посмотрим. Как вы видите, вот так вот работает наша запись экрана, потом посмотрим. Возможно, так плохо нас слышно, потому что у нас микрофон находится снизу, и он закрыт сейчас. И второе видео. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!